Ассортимент планшетных компьютеров на рынке неумолимо растет. Среди всего множества встречаются незаурядные устройства, такие как Assistant AP102, который мы рассмотрим сегодня. Это доступный ультратонкий планшет с 9,7-дюймовым IPS-дисплеем. Об остальных особенностях устройства смотрите в обзоре. Assistant AP102 мало чем отличается от массы других подобных устройств в плане дизайна. Планшет очень тонкий и легкий. Его толщина составляет всего 9 мм, а весит он 560 грамм. Тыльная сторона полностью покрыта листом алюминия. Из заметных элементов тут логотип, основная 2-мегапиксельная камера, а также ряд надписей-подсказок. Торцы выполнены из пластика, а всю лицевую сторону занимает дисплей с довольно широкой рамкой, закрытый марким защитным пластиком, под который даже спрятана фронтальная 2-мегапиксельная камера, предназначенная для совершения видеозвонков. Корпус достаточно плотный, планшет собран весьма добротно, несмотря на то, что это бюджетная модель. Такой подход приятно удивляет. Основная масса разъемов вынесена на правый торец. Тут имеется пара стереодинамиков, гнездо для подключения блока питания, микро-USB-хост и просто микро-USB, мини-HDMI, отверстие микрофона, слот для карт памяти и кнопка Escape для возврата на шаг назад. Верхняя грань содержит качельку регулировки громкости и клавишу вызова меню. Слева только кнопка блокировки экрана и стандартный 3,5-мм аудиоразъем. Кнопка Reset вынесена на заднюю грань. Assistant AP102 получил очень неплохую матрицу с сенсором емкостного типа. Она выполнена по технологии IPS, которая обеспечивает отличные углы обзора, качественную цветопередачу и неплохую яркость – от 25 до 344 кандел на метр квадратный. Диагональ экрана, как уже было сказано, составляет 9,7 дюймов, а его разрешение – 1024 на 768 точек. Панель определяет до 10 одновременных касаний, а реакция на них не заставляет себя ждать. Звучит планшет достаточно тихо, причем при горизонтальной ориентации вы будете прикрывать динамики рукой. В таких случаях лучше использовать наушники, благо производитель предусмотрительно положил их в коробку. Работает данная модель на очень шустром чипе ROG-Chip RK3066 с двумя ядрами Cortex-A9, каждая из которых работает на частоте 1,6 ГГц с 1 ГБ оперативной памяти. Производительность такой системы на очень неплохом уровне, что подтверждается результатами тестов. При работе с интерфейсом и тяжелыми приложениями нет даже намеков на притормаживание и задержки, что очень порадовало. Обработкой графики занимается чип Mali 400MP, обеспечивающий отличную скорость отрисовки. Планшет без проблем проигрывает HD-видео и тянет не самые простые игрушки. Для хранения пользовательских данных предусмотрены 16 ГБ встроенной памяти и поддержка карт памяти microSD емкостью до 32 ГБ. Беспроводная связь осуществляется с помощью модулей Wi-Fi 802.11bGN и Bluetooth 2.1. При активном использовании, просмотре видео и играх батареи емкостью 7800 мАч хватит приблизительно на 3 часа непрерывной работы. Если приглушить яркость дисплея и ограничиться чтением книги, то планшет проживет на час-полтора дольше. Assistant AP102 работает на операционной системе Android 4.04 с небольшой пользовательской надстройкой, меняющей внешний вид основного экрана, благодаря чему рабочий стол напоминает интерфейс iPad. Снизу по центру видна кнопка, переносящая к окну с установленными приложениями. В остальном это все те же 5 рабочих столов с горизонтальной прокруткой. Производитель позаботился, оснастив планшет большим количеством предустановленных программ. Здесь уже установлены игры, приложения для изучения английского языка, органайзер и 2 программы для чтения электронных книг. Есть и Adobe Reader для документов в формате PDF. Обе камеры имеют разрешение 2 мегапикселя. Если фронтальная рассчитана на совершение видеозвонков и качество снимков тут удовлетворительное, то основная предназначена для фото- и видеосъемки. Настройка камеры ограничивается регулировкой баланса белого и сменой режима съемки.
У компании Assistant получилось невозможное – совместить качество и доступность в одном планшете. Он демонстрирует отличную производительность, имеет превосходный дисплей и современную операционную систему. Остановив свой выбор на этой модели, вы вряд ли пожалеете о покупке.